Лето. Первая лужайка страны. Отдыхает первая леди страны. Рядом играют первые дети страны. Вокруг них весело жужжат пчелы. Дамы и господа, первые пчелы страны! Девочка, ну-ка отойди от машины, ты. Вот люди пошли, ну. Да. Виски. Обижаешь. Мед. Танюша, ты что? Хорошо. Потому что балует нас папа. Да. Папа хороший. Это людям жрать нечего, а нас папа не любит. А может, полетели, как раньше, мед пособираем? Да ты чё? Мы же государственные пчелы. Нам бизнесом заниматься нельзя. Нам не в мать. Конечно. Понимаешь? Так что, нам вообще не работать? Конечно. Мы же насекомые. У нас от природы совести нет. А папе себя еще надо перебороть. Папа хорош. Папа нас любит. Да, да. Слушайте, что? А что это у нас на улике появились бело-голубые пчелы? Что они добывают? Мед? Не, уголь. Да. Ну, Андрей Викторович, ну перестаньте, ну дайте с человеком поговорить, ну. И с папку. Да, папа хороший. Папа нас любит. Слышали последнее обращение папы к пчелам? А чё к пчелам-то? А кто его кроме нас слушает? Да, так вот папа выделил, молодец, выделил 17 миллионов на пчеловодство. Угу. Да. 5 на улики. 5 на нас. И 7 Юлии Владимировне. А Юлия Владимировна тут при чем? Да ты чё? Такие бабки она ни при чем. Слушай, я давно хотел тебя спросить. А чё ты такой здоровый? Да. Может, ты шмель? Не, я не шмель. Я ку. Значит, трутень, понятно. Да. При кучме меду больше было. Зато при папе работы меньше. Да, такую страну прожужжали. Да не бз, все будет нормально. Вот почему пчелы не летают, как люди? Вот так бы сейчас сел в самолет. И полетел. Далеко! За мёдом? Не, за компанию. Полетели! 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 Все, чтобы легче нам было войти в Европу. Днями и ночами, летом, зимой, кружим мы по свету. И что же будет с нами и со страной? Папа знает это. А папа знает. Строятся улики в центре столицы 2000.
наша работа. Ха! В уликах все, Кривбас и Карпаты, от Запорожья до Крыма. Даже в Донбассе жужжать перестали. Пасека Украина, днями и ночами, летом, зимой, кружим мы по свету. Что же будет с нами, только один папа знает это. Днями и ночами, летом, зимой, кружим мы по свету. Что же будет с нами и со страной, папа знает это. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот и наступило лето. Лето – это особенное время год. И как поет Олег Митяев, лето – это маленькая жизнь. И каждое прошедшее лето оставляет в памяти лишь самые теплые воспоминания. Я лично помню каждое свое лето. Вот мне 7 лет. Лето, деревня, гамак, абрикосы, сливы, расстройство желудка, велосипед «Орленок», сбитые коленки. Мама к концу лета с фразы: «Сынок, ты так вырос!» И: «О боже, это же югославские сандалики!» Ностальгическая такая. 8 лет. Папе дают премию на кафедре, и мы всей семьей едем по путевке в Бердянск. Пансионат, пляж, море по пояс, водоросли тоже. Фотография на память с верблюдом. Это, кстати, была последняя его прижизненная фотография. В общем, картина идиллическая. Папа играет в волейбол, мама на пляже читает книгу, и я в 30, а то и в 100 метрах от берега с лопнувшим кругом. 9 лет. У мамы проблемы на работе, и вот в Бердянск едем мы с папой вдвоем. Палатка, дядя Алик, алкоголь, женщины, домино, карты. Позвонил в этот же день, все рассказал маме. Тут же папа взял прогулочный катер, вывез меня на 500 метров от берега и начал учить плавать. 12 лет. Пионерский лагерь. Горны, салюты, флаги, общий подъем. Общая столовая, общее расстройство желудка, зорница, сбитые коленки. К концу пионерского лета костер, пионерская дискотека, поцелуй с пионервожатой. Первый. Обещание жениться, скандал, но вскоре пионерию отменили, а вместе с ней и все мои обещания. 13 лет. 13 лет. На один день. Всей семьей мы едем в Москву. Поезд, плацкарт, метро, Кремль, очередь, мертвый мужик, плацкарт, Кривой Рог. Четырнадцать лет. Летний трудовой лагерь. Костер, гитарка, девушки, первый алкоголь, снова расстройство желудка. Снова сбитые коленки. Матерные слова настолько крепко входят в лексикон, что начинают проскакивать в письмах к маме. 17 лет. Выпускной вечер. Первый тост. Первый белый танец. Первый сексуальный оп. Снова сбитые коленки. Вы знаете, а после 17 каждое прошедшее лето похоже на предыдущее. Палатка, Бердянск, сын дяди Алика, женщины, костер, алкоголь. Но как-то скучно. Как-то скучно без, простите, расстройства желудка и сбитых коленок. И чтобы сегодняшнее лето осталось в вашей памяти навсегда, добро пожаловать в вечерний квартал.
каждый вечер вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг, если ты от жизни от своей устал, может быть, заглянешь в наш вечерний портал. Здесь сияют витрины нашего курортного квартала — жить так на Крещатике, гулять так на Андреевском, а пить так СВ на Бруньках. Итак, лето. Курортный сезон в разгаре, а уезжая на отдых, главное что? Правильно, главное — не забыть захватить с собой аптечку отдыхающего. Итак, инструкция по пользованию аптечки отдыхающего. Йод. Полезен при порезах и ссадинах, а также очень удобен для имитации ровного южного загара. Грелка. Грелка — удобная, не привлекающая внимания емкость для ношения спиртного на территории санатория. Резиновый жгут. Очень удобен в больших семьях, чтобы дети далеко не разбегались и быстро возвращались. Да. Контрацептивы со вкусом бананов и клубнички. Ну, для тех, кто не может себе позволить купить бананов и клубнички. Не забудьте положить с собой в аптечку бутылочку СВ на Бруньках. Очень удобно для растирания. Полезнее всего втирать через рот. Пинт и медицинская шина. При умелом наложении повязки можно без очереди взять обратные билеты домой. Ватно-марлевая повязка. Надев ее, можно смело пить крымскую воду прямо из-под крана. Да, это важно. Для любителей отдыха в палатках — зеленка. Она лечит укусы и маскирует засосы. Комплект — ингалятор и клизма. Используется для лечения как верхних, так и нижних дыхательных путей. Ну и, наконец, мазь Вишневского и бальзам «Звездочка». Нанесите ровным слоем на все тело, и вам тут же освободят любое понравившееся место на пляже. Сами проверяли. Вот итак, если в конце отпуска ваша аптечка стала пустой, значит, вы отдохнули по полной. Отдохнули? Пора работать. Аплодисменты! И еще одно маленькое наблюдение. В багажник автомобиля Aston Martin вмещается на 2 мешка картошки больше, чем в багажник автомобиля Lamborghini Diablo. Как вы догадались, постоянная рубрика — новости нашего квартала. Новости, новости! Грязную тематику про грязную политику, про секс и акробатику, а также про эротику и прочую экзотику, про бизнес и про готику, про залы и наркотики, новости культуры, про гольф и баскетбол, из прокуратуры, и, конечно, про футбол, про дождь, про пассивную, про рогатую скотину, про новейшую машину и про Риту Украину. Новости оттуда, новости отсюда, новости от нечетверть за четверть, от тупости, толковости, болезни и здоровости. Вы хотели новости? Найдите ваши новости. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Во Львове проведена олимпиада по русскому языку. Жертв нет. Телеканал УТ-1 вырешено переименовать в радио. Филипп Киркоров отказался принять участие в фестивале «Гей-славяне», мотивируя это тем, что болгары не совсем славяне. Добрый вечер. В эфире последние новости Первого канала. Добрый вечер. В эфире Пятый канал, канал честных новин. Международные новости. Очередная перестрелка произошла в Багдаде между американскими оккупантами и иракскими повстанцами. Продолжается восстановление демократии в Ираку.
Все це завдяки Сполученим Штатам Америки. Вчера Владимиру Путину исполнилось 52 года. Народные гуляния продолжались до глубокой ночи. Сьогодні зранку Росія відновила імпорт боржомі. На конкурсі Євровидіння молодой певець Дмитрий Билан зайняв почетне второе место. Вітаємо! У 2004 році перше місце на Євробаченні зайняла наша хохлушечка Руслана. Украина дала согласие на то, чтобы на ее территории хранились ядерные отходы со всего мира. Одна голова хорошо, а две лучше. Радиационный фон в столице Украины составляет 240 микрорентген в час. Це новий світовий рекорд. В связи с высокими ценами большинство россиян не поедут в этом году на отдых в Крым. Будьмо. А благодаря мировому росту на нефть доходы России возросли более чем в полтора раза. На Івано-Франківщині найдено новий різновид жаб. Жаб дуже багато. І вони різні. Російський «Газпром» вийшов в мировые лідери по поставкам газу. Жаби! Вони дуже корисні та зелені. І в пупирічках є жаби. Мы взяли интервью у генерального директора «Газпрома», который поведал нам об успехах компании. Мы взяли интервью у одной из жаб. Та вона нам сказала на ушко, что единственная сборная, которая в этом році с усього СНД вийшла на чемпіонат світу з футболу, це наша зборна України. Радостная новость. Найдены жабы под Смоленском. Что ж, и мы переходим к кулинарному разделу. Сегодня у нас в студии шеф-повар ресторана «Прага». Напротив мене сидить нищая кухарка столовой номер 27. Итак, что мы сегодня приготовим, Эдуард? Простое блюдо окрошка. Берете яйца, картошку, колбасу, все это замешиваете с майонезом. Короче, берете оливье, заливаете водой. А знаете, можно еще просто поджарить картошечку. Просто картошечку? Да, просто такая. Ні, хлопці. Це не просто. Беремо барабулечку, нарізаємо її з тоненькими смужечками, піджаримо на домашньому маслиці, та щоб ще й на салі, і з прожилочку. Потім беремо цибулечку, нарізаємо її кубиками-кубиками-кубиками цю цибулечку. Що ж, наша передача подійшла к концу, до свидання. Москалі прощаються з вами. Мы продолжим. Всю цибулечку залили. И так получается все вкусно. До новых встреч.
вам, наверное, известно, Юлий Цезарь мог делать 5 дел одновременно. Да, наш президент, конечно, не Юлий Цезарь, но думать и говорить одновременно он может. Итак, встречайте, президент и его мысли. Друзі, любі друзі, що за дурацьке начало? Когда мне его в конце концов перепишут уже, ну? Украины велике майбутнє. Незабаром ми вступаємо до Євросоюзу. Ціни на газ не зростатимуть. А зарплата и пенсии зростуть до европейского уровня. Не краснеть, не краснеть, не краснеть. Что стосується російської мови? Что касается коалиции? Буду откровенен. Я против того, чтобы Юлия Владимировна была премьер-министром. Я тоже против. И я против. Но где-то в глубине души... Хочу поздравить всех киевлян с избранием нового мэра Киева. Да. Самельченко как-то некрасиво получилось. Нет, ну вы мне скажите, почему в таком большом городе, как Киев, не может быть два мэра? Кличко, Кличко, Кличко. На днях у меня состоится очень важная поездка в Польшу. А может, в Латвию? А может, в Грузию поеду? Нет вариантов. Может быть, немного поздно, но хочу поздравить донецкий «Шахтер» с победой в национальном футбольном чемпионате. Да как Киев мог проиграть этим донецким, ну? И почему Шацких в основном составе? Подожди! А Радольфа, ну как можно было в конце матча такое творить вообще? А Демьяненко? Ой! «Шахтер», «Шахтер». И... самое главное, друзья, поймите меня правильно. Это наше общее дело. И за то, что мы здесь думаем и говорим, отвечать будем тоже вместе. Бригада. Ну что ж, а теперь... я хотел бы пригласить на эту сцену нашу талановитую зірку Анні Лорак. Добрый вечер, Анні. Добрый вечер, добрый вечер. А что я хотел сказать? Ну, буду откровенен, мне очень нравится ваше творчество. Ваши спасибо. Песни. Спасибо. Ваши глаза. Этот изящный носик, боже мой. Это шея. Эти плечи. Но где-то там. Что скрывать, я иногда тоже, между прочим, иногда люблю, знаете, попеть. Ну, вот это вот наша украинская, моя любимая. Как там слова? Какой? All you say, can you see? Но, неважно. Неважно. Что я хотел сказать? Вот смотрю я на вас. Вы такая молодая, красивая, незамужняя девочка. Подумал, какой бы хорошей парой вы были с моим Андреем. Он тоже молодой, красивый, ну и воспитанный мальчик-то.
где-то там, в глубине души. А, ну так дальше. Да, в этом году наш выбор на Евровидение получился лучше, чем в прошлом. Тем более, что Кароль — это лорак, ну, если наоборот. Да. Ну, я думаю, что ты и сама рада за свою коллегу, так сказать. Правда? Конечно же, я рада, что в Украине появляются новые исполнительницы талантливые. Конечно же, я болела за Украину на Евровидении, как патриот. И, конечно же, хотелось... Но где-то там... В глубине души... Кстати, никакой глубины души. Да, и я уверен, что я и мой народ сделаем все возможное, чтобы в следующем году на Евровидение поехала именно ты. Когда нас вызывают на бис, нет, это не угроза и неплохое настроение. Это значит, кто-то где-то принял решение, что очень нужен номер на бис. И сердце замирает, и девочки в экстазе закрывают глаза. И гром аплодисментов, и бис на 100%, и катится по щечке слеза. Это не игра, это не кино, это вам не шашки и не домино. Это не прикол, это не каприз, это просто значит будет номер на бис. Ну что ж, а я рад приветствовать вас на отечественном проекте «Фабрика красоты». И под ваши бурные аплодисменты хочу пригласить на эту сцену нашего героя. Встречайте, Юрий! Ровно месяц назад Юрий именно таким попал на нашу фабрику. Но месяц прошел, наши специалисты сделали невозможное. Они где-то убрали, где-то откачали, что-то отрезали. И вот он, обалденный результат! Встречайте! По-моему, прекрасно для эксперимента, но это еще не все. Из того, что мы отрезали, откачали и, так сказать, убрали, получилось еще вот это. Добрый вечер. В эфире наша постоянная интересная рубрика «Красивое лицо с обложкой». И сегодня у нас в гостях главная героиня фильма «Не родись красивой» Катюша Пушкарева. Здравствуйте. О, Господи. И сразу комплимент. Вы знаете, Катя, ваша красота находится на грани моего психологического срыва. Спасибо. А мне-то за что? Катя, в кого вы такая? Удалась? Или так? Ну, вы знаете, многие считают, что глаза у меня мамины, нос тоже мамин. А грудь, вероятно, папина. Спасибо. Пожалуйста, присядем, Катюша. Катенька, вы знаете, сегодня хотелось бы поговорить с вами не как с главной героиней сериала, а как с женщиной. Простите за аллегорию. В связи с этим вопрос, Катя, в каком году вы родились
И зачем? Я понимаю вашу иронию, но я все-таки верю, что красота спасет мир. Ну, судя по нам с вами, коллега, война не за горами. Вы понравились людям. Не надо улыбаться. Катюшенька, ну или вот так. Катя, вы знаете, многие, скажем так, недалекие красотки мечтают лишь об одном, чтобы выйти замуж за богатого мужчину. Ну я-то не такая. Я к этому и веду. Вы знаете, я очень много занимаюсь спортом, работаю над собой, занимаюсь со стилистом. Катя. Вот. А где результат? Вы знаете, однажды в журнале... Крокодил? Нет, Натали. Странно, но... Однажды в журнале Натали я прочитала, что красота должна приносить людям счастье. Это правда. Вы знаете, Катя, вот взять, к примеру, ваши зубки. Да, сколько счастья они могли бы принести стоматологу. Вы знаете, Катя, к нам в студию приходит множество приятных писем от ваших поклонников. Я некоторые из них продекламирую. Пожалуйста. Катя, вот писал вам мальчик Коля. Так. Такое, знаешь, письмо. Катя, не боятся ли люди, когда вы ночью ходите одна? Это не важно. Или вот еще интересный случай. Катя, скажите, какими средствами контрацепции вы пользуетесь, кроме своего лица? Так, это не важно сейчас. И, ну не знаю, какое-то такое вспомнить, чтобы не обидное. Пожалуй, вот это. Катя, скажите, вы гей? Вы что, я же женщина в конце концов. Ну, хоть не обидел. Катя, у меня к вам следующий вопрос. Пожалуйста. Что вы хотели бы, чтобы я у вас узнал? Вы знаете, могу поговорить непосредственно о сериале. Давайте, да? Интересно. Вот хорошо. Сначала сериал должен был, не родись красивой, должен был называться просто «Не родись». Справедливо. Да? Да. Вы знаете, я знаю, на что только не идут молодые актрисы, чтобы добиться главной роли в фильме. Угу. И в связи с этим у меня вопрос, Катя. Как вам удалось убедить продюсера пойти на это? Ну, давайте все по порядку. Интересно. Хорошо? Значит, по сценарию я работаю в модельном агентстве. Там знакомлюсь с красивым молодым человеком. У нас возникают романтические чувства, любовь, отношения. Ну, вы не подумайте, у нас ничего не было. Боже упаси! Катя, вот скажите, а главный герой фильма, а судя по тому, что он вас любит, он действительно герой. Катя, скажи, был ли у вас с ним секс? Боже мой, при чем здесь секс? Я же вам говорю, у нас романтические отношения, любовь. На меня покушается, но он меня спасает, совершает безумный поступок. Да, логики маловато. Потом я в отчаянии решаю сделать аборт, но он отговаривает меня. Да что ж такое? Да, потом я попадаю в аварию. И? Отделываюсь легким испугом. И снова промах. Да, и к концу фильма он возвращается к той, которую любил, в которую верил и которую ждал всю жизнь. Катя, а как же вы? Вы не поняли, к концу фильма я должна стать красивой, по задумке режиссеров. Извините, я сейчас просто плохо услышал. К концу фильма или к концу света?
К концу фильма, по задумке режиссеров, я становлюсь настоящей красавицей. А, так это фантастика. Вот такой красавицей становлюсь, чё. То есть мы по-доброму обманываем зрителя. Ясно. Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях была, ну, просто красавица Катюша Пушкарёва. Время отдыхать. На Украине начала свою работу первая в стране фабрика красоты. И мы попробуем взять интервью у главного технолога фабрики Николая Степановича. Здравствуйте, Николай Степанович! Чё? Здравствуйте, говорю! Ага, здрасте! Интервью хотим взять у вас! Давай! Николай Степанович! Расскажите о вашей фабрике. Есть ли уже какие-то достижения? Да, в целом достижения прекрасны. За последние 3 года груди нашего женского населения выросли в 1,5 раза. В целом на нашей фабрике красоты за последнее время мы удалили 150 тонн жира и 250, ага, нежелательного волосяного покрова. Секундочку. Кузьмич, да выключите этот пресс. У меня интервью. Еще. Результаты в целом интересны. Наши, значит, мы занимаемся как увеличением женских, так и мужского. Сейчас можно не кричать уже. Спасибо. А мужского... Этого самого. А, понятно. На целом расскажу. Наши отечественные мужики эти самые уже преувеличивают западные аналоги на 2 см. Ну да, я видел... Сейчас да... можешь не орать тоже. Да, я видел вашу доску этого, доску... почета. Доску почета, да. Впечатляет, конечно. Естественно. Но расскажите, есть ли какие-то проблемы? Конечно. Есть проблемы на нашей фабрике красоты. Оборудование в цеху мужского этого самого простаивает. Не хватает просто рабочих рук. Да. А это гордость нашей фабрики. 4-й титьковый цех. Да. Ну, то есть продукция пользуется спросом? Конечно. Продукция ведь качественная. А, то есть вы даете гарантию на свою продукцию? Ой, вы знаете, гарантию мы, конечно, даем. Ну, что толку? Вопрос в отрицательной эксплуатации нашего женского этого самого сырья. Что эти женщины, прости господи, с ними этими титьками не делают? Значит, они их руками трогают, дергают. Да, вчера выезжали на очередной демонтаж. Вроде бы приличная женщина. А титьки находятся в таком состоянии, как будто бы их кто-то грыз. Ну, монтаж, демонтаж, понятно. Ну, а такие факторы, как воровство, присутствуют на фабрике? Естественно, вчера. Одна неприличная женщина пыталась пронести с фабрики 8 грудей на себе. Ужас! Ну хорошо, Николай Степанович, такой вопрос. Молодежь тянется к вам на фабрику? Вы знаете, молодежь, конечно, тянется к большому этому самому высокому искусству. Но молодежь приходит неподготовлен, без практики, на серьезное производство их же не поставишь. Приходится посылать для начала их... Ягодичный тех. На практике. Ягодичный. Да. Понятно. Ну, то есть такие факторы, как безответственность персонала, тормозят процесс. Естественно, вот вчера в цеху мужского этого самого при перегрузке огромного ящика рассыпали
все эти самые на пол. Так они безответственны. Нет, чтобы поднять. Ходят целый день, пинают. Позор. Ну, а давайте, давайте вернемся к Титьковому цеху. Да, тоже, вы знаете, не обходится без проблем. Вот Петров, посмотрите, вроде ответственный работник. Но, пожалуйста, сколько раз тебе говорили, Петров, не примерять на себя женские эти самые. Решил посмешить товарищей. Он, посмотрите, силикон приклеился, застыл, ходит теперь как дура. Да, ну, то есть фабрика ваша может из любого человека сделать настоящего красавца. Да, в целом результаты прекрасны. Только за этот год у нас сильно похудели толстые, сильно поправились худые. Единственное, что пока, вы знаете, портит наши показатели, у нас сильно хромают хромые. Ясно. Ну что ж, Николай Степанович, давайте перейдем в актовый зал, посмотрим, так сказать, вашу самодеятельность. С удовольствием. Встречайте. Наша гордость – группа «Фабрика». Но я так понимаю, Николай Степанович, девушки в услугах вашей фабрики не нуждаются. Уже да. И мне нельзя. Ладно, в целом, молодые специалисты. Красавец, практикант. Впереди у них большое, сзади тоже есть на что посмотреть. То есть, глядя на них, клиентам вашей фабрики есть, так сказать, к чему стремиться. Да что там стремиться? Давайте аплодировать, группа «Фабрика». Встречайте, группа «Фабрика». Браво! Дамы и господа, у нас в квартале сенсация. Политический театр. Дамы и господа, премьера. Вильям Шекспир. Фух. Гамлет. Действие первое. Сомнение. Исполнитель главной роли просил свое имя не называть. Виктор Андреевич, прошу вас. Быть. Или не быть? Вот в чем вопрос. Кого? Кого премьером мне поставить? Кто будет им? Быть может, Юлия Владимировна обидится Мороз? Или Петра, торговца сладкой смертью? Тогда кого? Или Виктор Федорович, что всегда не против? Кого? Кто будет им? Кто будет премьером? Кто? 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 Быстрее решать, кто? Я сам. Да-да. Я успею, я смогу. Я такой. Ну кем мне быть? Кем лучше, президентом или премьером? Кем быть? Кем? Кем? И там, и там. Да-да, я успею. Осталась мелочь. Ерунда поднять зарплату. Я подниму. Я жить не буду, подниму зарплату. Другой вопрос, кому? Кому поднять? Кому? Шахтерам? Обидятся учителя. Бюджетникам или кому? 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 Врачам? Себе. Себе, да-да. А чем я хуже, чем пенсионер? Себе, ну как кому? Как кому, как президенту или как премьер-министру быстрее решать?
И там, и там. Я смогу. Я успею. Да-да, я такой. Да. Другой вопрос, где взять деньги? У кого мне взять? Быть может, у Грузии? Или у Польши? У России? У кого мне взять? А? У Америки. Да-да. Теперь как встретить мужа? Так, тут нужно точно. Как? Быть может быть вот так. Подумает нескромно. А может просто «Здравствуй, Джон!» Нет, что за фамильярность? Что, нужно подобрать слова. Как? Как встретить нужные слова? Как? А может просто «Д'Артаньян!» Нет, что за бред? Да, надо проявить свободу, смелость, независимость. Тогда вот так. Нет, так его уже встречал. А может просто, Джордж, пойдите прочь! Нет, лучше все-таки вот так. А вдруг не даст? Вдруг кризис, крах, провал. Кто будет крайним? Кто останется виновным? Кто будет он? Кто? Бедный Леня. Да бог с ним. Другой вопрос сейчас волнует. Кто будет следующим? Ведь не летят, и время быстротечно. И близится 2009-м. Кто будет следующим? Кто? Кто он? Кто? Быть может, Юля? Нет. Или Виктор Федорович? Кто? Юля. Виктор Федорович тот тоже деньги предлагал. Ну кто? Кто будет им? Кто? Предатель! Трус! Стоять на месте! Бессовестный! Дорогие друзья, меня так давно не было, просто я готовил вам одну из интеллектуальных вещей. После того, как Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова объединились в ГУАМ, подумали и решили не организовывать свой союз Хорватия, Уругвай и Испания. Как вы поняли, так вот я мягко, ненавязчиво подвязал нашу одну из самых любимых рубрик, очередная рубрика «Черный квартал». Извините, для начала новости. Вчера в припадке расизма в Бруклине застрелился негр. Состоялись первые в мире порно-олимпийские игры. Как и в обычных играх, нашу сборную все. И еще о спорте. Всего несколько сантиметров не хватило нашему метателю молота, чтобы занять первое место на конкурсе мужской красоты. Маленькое объявление. В Киеве появился сексуальный маньяк-импотент. Жертв нет. И еще объявление. Тому, кто написал нецензурное слово на двери автомобиля Lexus, просьба зайти в ЗАГС для оформления свидетельства о смерти. Евгений Кошевой! Денис Манжосов! Ну, а что касается изменений в нашей эстраде, то все они происходят благодаря одному человеку. Благодаря Борису Моисееву. Только
Только благодаря Борису Моисееву обычный трубач стал певцом. Именно он помог обрести Людмиле Гурченко вторую молодость. Неизвестный французский певец стал звездой российской эстрады. А Щелкунчик? Да благодаря Моисееву раскрутился сам Чайковский. А все почему? Да потому что Борис це завжди допомога. Встречайте в вечернем квартале Борис Моисеев. Борис! Борис Моисеев! Добрый вечер, Боря. Приятно вас видеть в квартале. Здоровенькие. Вот что значит, человек подготовился к концерту. Як справа. Наконец-то мы вас дождались, вы у нас. Вы знаете, Борис, не кривя душой, могу сказать, что с вашим появлением на сцене вот появилось что-то интересное, что-то неподражаемое, что-то новое. Да, Денис имеет в виду ту вашу фишку, когда вы повторяете последние слова в припеве. Ну вот это вот, да? Вот просто Щелкунчик. Щелкунчик. Да. Или голубая луна. Голубая. Вот. 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 Вы знаете, Боря, я честно скажу, что с этой фишкой любая песня автоматически становится хитом и автоматически становится намного интереснее, чем она была. Ну, давайте вот попробуем. Мы сейчас споем пару песен вместе с вами, а вы будете повторять последние слова припева. Договорились? Ничего сложного. Вот держите, у вас будет текст, мы будем петь, а вы будете в своей манере повторять те слова, которые вам нравятся, да? Да, я готов. Попробуем. В опале березка стояла. В опале кудрявая стояла. Люли-люли стояла. Люли-люли стояла. Стояла. Вот о чем мы говорим. С этой фишкой любая песня становится хитом. Казалось бы, народная песня, а в вашем исполнении уже как хит. Давайте попробуем что-нибудь другое. Немножко по попсове. По попсове, вот. Давайте. Опять же текст, да? Наш Борька бабник. Наш Борька бабник. Наш Борька бабник, бабник хоть куда. Хоть куда. А кто не бабник? А кто не бабник? А тот, кто женщины не видел никогда. А тот, что женщины не видел. Борис Моисеев, между прочим. Могла бы подумать группа «Дюна», что такую смешную песню они написали, да? Ну и вот, наконец, вот так, чтобы поставить коду уже. Классический вариант. Напоследок, песня, которую знают все. Давайте. Попробуем. Вместе с музыкой. Маэстро. Жил-был художник один. Что вы говорите? Домик имел и холсты. Имел. Но он актрису любил. Дурачок. Ту, что любила цветы. Глухонемая любовь. Встреча была коротка. Слабак.
В ночь ее поезд увез в Петербург. Но в ее жизни была или был целая площадь цветов. Просто Майдан. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратить в цветы. В цветы. Это был Борис Моисеев. Что ж, а мы продолжаем. Скажите, пожалуйста, почему в стране, где мэр и президент банкиры, нет денег? Да, интересно. А почему доллар падает, а гривна не растет? Не понимаю. И почему именно в Польше? Там что, медом намазано, что ли? Где на окружной можно просто пообщаться с девушкой? Скажите. Да. И почему, когда девушки красят ресницы, открывают рот? Ну, а может, скажите, как объяснить милиционерам, что это укроп? Как? Как объяснить 2 миллионам сперматозоидов, что их услуги уже не нужны? И в конце концов, как объяснить Дане Борисовой хоть что-нибудь? А я вот не понимаю, как смешивают пасту Аквафреш в тюбике, чтобы она не перемешивалась. А я не понимаю, почему я должен есть шоколад, который делают бобры. А я не верю, что после холодного чая на исти девушка сама просит: Антонио, форенты меня, форенты! Что? Добавляют в женские конфеты бонжур. Если их делают голые мужики. Мужики, мужики, давно пора понять, что хорошенькая девушка с красивой попкой в комплект к вибромассажеру не входит. Товарищи, хотя бы раз смешайте Виагру и Нескафе. И может быть тогда у фразы «Вставай, ворушись!» появится смысл. И вообще, мама Рональдини не любит чипсы. Это нормально, когда футболка не пахнет. У Ани Лорак Киевстар. Никакой ассоциации стоматологов не существует. Да! Слушайте, это, может, хватит, а? Нет, не хватит. Где купить здоровье? Когда уедет теща? Куда смотрел до свадьбы? Чем думает блондинка? И что такое кёрлинг? Кто запустил ракету? Куда уходит детство? И где аплодисменты? Куда ушел Кучма? Куда уехал цирк? И почему шахтер стал снова чемпионом? И пусть расскажут мне, где ливер в пирожках? И кто придумал песни для Гордона? Как пить и не пленеть? Зачем виагре петь? Зачем танцорам то, что им всегда мешает? Как лифчик расстегнуть? Как сразу не уснуть? И кто в стране за это отвечает? Куда девался секс? Он был еще вчера. За что Хусейн сидит? Где водка по 3.20? Как женщину понять, а? И кто мне объяснит, зачем сначала надо целоваться? Па-ба-да-ба-дай, 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 па-ба-да-ба-па-па-дай. Куда уехал цирк? Уехал он туда,
кто-то сказку ждет и хочет удивляться, где вечною весной горят прожектора, где хорошо, где водка по 3.20. Куда уехал цирк, а цирк не уезжал. Мы целою страной Европу развлекаем. Зато у нас смешно, зато у нас вот так. За это мы вам точно отвечаем. Зато у нас смешно, зато у нас вот так. За это мы вам точно отвечаем. Артисты цирка «Кавказ»!